замечательно молодого музыканта, который исполняет кавер-версии моей далекой туманной юности. И этого замечательного музыканта зовут Петр Боев. Встречаем. Я пытался уйти от любви, я брал острую бритву и правил себя. Я укрылся в подвале, я резал кожаные ремни, стянувшие слабую грудь. Я хочу быть с тобой, я хочу быть с тобой, я так хочу быть с тобой, я хочу быть с тобой, и я буду с тобой. Твое имя давно стало другим, глаза навсегда потеряли свой цвет. Пьяный врач мне сказал: тебя больше нет. Пожарный выдал мне справку, что дом твой сгорел. Но я хочу быть с тобой, я хочу быть с тобой, я так хочу быть с тобой. И я буду с тобой. В комнате с белым потолком, с правом на надежду. В комнате с видом на огни, с верою в любовь. Прикоснуться к тебе. Я смотрел эти лица и не мог им простить того, что у них нет тебя, и они могут жить. Но я хочу быть с тобой, я хочу быть с тобой, я так хочу быть с тобой, я хочу быть с тобой, и я буду с тобой. В комнате с белым потолком, с правом на надежду. В комнате с белым потолком, с правом на надежду. В комнате с видом на огни, с верою в любовь. Александр Альшевский. Я как Боинг, заправленный баки, я готов долететь до Пекина. Меня, может быть, ждут Нагасаки, а предложено только до клина. Я не знаю, кто пишет нам письма, кто потом их нам в ящик бросает.
Мне хотелось спросить антивирус, почему же он все разрешает? Взлетаем или падаем, натянута жизнь нить. Взлетаем или падаем, быть или не быть. А стоит лишь загадывать и торопиться жить. Взлетаем или падаем, быть или не быть. Я устал от молчания трубки, ведь звонок мне всегда был приятен. Все события только в Фейсбуке или в Твиттере, а может ВКонтакте. Время стоит любить или тратить, ну зачем этот повод сомнения? Я заполню компьютеру память и уйду, не спрося разрешения. Взлетаем или падаем, натянута жизнь нить. Взлетаем или падаем, быть или не быть. А стоит лишь загадывать торопиться жить. Взлетаем или падаем, быть или не быть. Я как Боинг, заправленный баки, на маршрут вылетаю без лени. Я как Боинг, готов к атаке, чтобы жить, чтобы выйти из тени. Натянута жизнь и низ. Взлетаем или падаем, быть или быть. А стоит лишь загадывать и торопиться жить. Взлетаем или падаем, быть или быть. Спасибо, друзья, берегите себя. Спасибо. Из книги стихов «Изумрудная мама» Татьяне Николаевне Костромитиной посвящается. Я убежал из красивой столицы, тоже в столицу на берег Невы, чтобы у Цоя в гостях загоститься в белые ночи, в черные дни. У Башлачева послушать гитару, Майку Науменко задать вопрос: где наша юность, где наше счастье и почему ничего не сбылось? Мы так мечтали, мы так кричали, ждем перемен, просто ждем перемен. Нашу свободу другие украли. Мы прозябаем среди голых стен. Планы в труху, мысли в корзину. Прелесть мечты размололи в муку. Мы так хотели, мы так стремились. Нас обманули у всех на виду. Где мы ошиблись? В чем спотыкнулись? Как допустили до общей беды? Вдаль уплывает кораблик свободы. В белые ночи, в черные дни. Я приглашаю на эту сцену московскую поэтессу Светлану Носову.
Язык любви, он так красив, в нем слов не сосчитать. Зачем меня ты попросил забыть про слово ждать? Зачем мне крылья подарил, чтобы я летела вниз? Язык любви мне говорил, люби еще на бис. Язык любви меня увлек над пропастью во лжи. Но время жало на курок и запрещало жить. В своих мечтах под потолком хрущевских гостевых. Язык любви, 10-й том, в нем 35-й стих. Бежит вдоль матовых перил и скачет на карниз. Зачем мне крылья подарил, чтоб я летела вниз? Встреча с Игорем Тальковым-старшим, произвела на меня потрясающее впечатление. Этот человек остался ярким воспоминанием на все годы моей творческой жизни. Я был студентом, а он был уже Игорем Тальковым. И мы работали вместе. Мы делали концерты в столице нашей Родины, в городе Москва. Когда я слышу выступление по энергетике того гитариста, того музыканта, который сейчас, right now, прямо сейчас, выйдет на сцену проекта «Стихи и рок-баллады», я вспоминаю раннего, молодого, почти неизвестного Игоря Талькова. По своей энергетике, по своей открытой, доброй, солнечной душе я приглашаю на эту сцену, на сцену проекта «Стихи и рок-баллады» московского поэта, музыканта, гитариста Владислава Успешного! Группа «Нирвана» — это была не просто рядовая проходная группа. Это была целая эпоха и целое поколение музыкантов выросли на этой музыке. Помните об этом. Inside.
Касьян, известный музыкант, замечательный клавишник, человек, который создал группу «Команда 11», известный коллектив в Москве. Группа «Команда 11» выступает на разных площадках и выступает очень успешно. Скажу вам по секрету, сегодня Роман Слатин подарил мне даже, презентовал диск, новый диск группы «Команда 11». Если вас интересует творчество группы «Команда 11» и фронтмена, хедлайнера этого коллектива Романа Слатина, ничто не мешает вам подойти сегодня после концерта к Роману. Я надеюсь, что он вам просто подарит, презентует прекрасный диск с замечательной музыкой группы «Команда 11». Нет сигарет, и ночь вливает в легкие озон. Живительный, я жду рассвет, за ним недостижимый горизонт. Непростительно цветные детские мечты, зарыты в ворох суеты, и вот я снова у черты. Зависли вопросы, немые допросы, а на плечах осень, и счетчик не спросить. Казалось так просто взять визу на казалось так просто. Прости меня, я знаю, что тебе сейчас так больно. Прости меня, встает заря, и мысли возвращаются к тебе. На плечах осень, и счетчик не спросить. Казалось так просто взять виду на остров. Казалось так просто наше отделить и снова жить. Казалось.
замечательный музыкант, аранжировщик, гитарист. Артем Конник! Группа «Ломбард», песня «Я не умею», про вредные привычки. Талантливой актрисою была, с системой Станиславского и с песенками Баскова. После спектаклей шила и ткала. Носила почту утречком, дудела детям в дудочку, ночами мыла лесенки в метро. А новогодним вечером в снегу, в костюме, с свечкою работала Снегуркой всем назло. Создать семью хотелось ей, родить ребенка грезилось, спокойно, дружно в доме с мужем жить. Но верный муж не встретился, богатый не приметился и не помог хороший врач
родить. Стареет наша Мурочка, состарилась Снегурочка. Спектаклей в театре нет давным-давно, одежда вся разорвана, надежда вся изорвана. Снегурить не зовут, всем не смешно. И в ночь на 31-е не выдержали нервы ей, надела свой Снегурочкой наряд. И страшно, как Цветаева в Москве, а не в Елабуге, решила завершить жизни парад. Веревочка размотана, на ржавый крюк намотана, петелечка раздвинута чуть-чуть, ногами стульчик выбитый и хриплый стон могиленный закончил полунищенскую жуть. А елка вся с гирляндами, весь ресторан с кальянами, столы от водки ломятся трещать. И новые снегурочки в шелтах, в бриллиантах, с шуточкой охотятся на денежных ребят. Существуют музыкальные коллективы, у которых, с моей точки зрения, замечательное творческое будущее. Я не могу быть Мишелем Нострадамусом, который предсказывал, мне это не дано, мне это не открыто. Но какое-то профессиональное чутье режиссера подсказывает мне, что музыкальный коллектив, который сейчас в проекте «Стихи и рок-баллады» выйдет на сцену, будет иметь очень хорошее будущее творческое, очень высокие ротации на радиостанциях и большое количество дисков, возможно, даже платиновых дисков. Я не побоюсь этого слова. Московская группа «Плейбэк» в проекте «Стихи рок-баллады». His
Поэтическом и музыкальном вечере. Кстати, хочу обратить внимание, что у нас никто не поет под фонограммы. У нас все поют вживую, исполняют свои произведения. И это ценно для Москвы, это не всегда бывает. Выступает замечательная, молодая, очаровательная девушка, поэтесса, у которой очень пронзительная лирика. Она очень особенная. Она очень личная. Эта девушка много пережила. Она много пережила в личной жизни, но осталась красивой, яркой. И она сохранила свой стержень. Стержень девушки, молодой красивой поэтессы, которая теперь живет в Москве и радует нас, слушателей, своим творчеством. Она пишет о любви, о чистой, светлой, о любви без измен, о любви без подлостей.
и гадостей. Эту молодую поэтессу я приглашаю на сцену. Ее имя простое, очень красивое. Галина Иванова! Слова любви. Сказав тебе однажды «я люблю», от слов своих вовек не отступлю. Вложу я в них весь смысл своей судьбы, и часть души, и сердца, и мольбы. В словах любви я вижу тот итог, к чему взывает человека Бог. За все пред ним придется отвечать, и за слова любви зачем же лгать? А если не поверишь ты мне вдруг, всмотрись в мои глаза, они не лгут. Сказав тебе однажды, что люблю, от слов своих вовек не отступлю. Браво! Песня о настоящей чистой любви. Туман туманище над миром стелится. Туман туманище, как молоко, а ты ушла с другим, а мне не верится, что ты ушла в туман так далеко, а ты ушла с другим, а мне не верится, что ты ушла в туман так далеко. Глаза веселые от счастья светятся, такие светлые, что звезд светлее. А ты ушла с другим, а мне не верится, что стала ты девчонкой не моей. Что ж ты наделала, девчонка милая? Я так любил тебя, но ты с другим. Идешь по улице и улыбаешься, туман вам вслед, а я совсем один. Идешь по улице и улыбаешься, туман вам вслед, а я совсем один. Hey! Туман, туман. Любовь, обман. Туман, туман. Любовь, обман, не верь любви. В годы моей юности группа «Комиссар» исполняла эту замечательную песню. Я вспомнил свою юность и кавер-версию песни «Туман» на группу «Комиссар» исполнил сейчас для вас. Дорогие друзья. Итак, расскажу вам о том, как зреет вишня красными ягодами. Зреет вишня красными ягодами, улетает голубь с письмом к тебе. Разукрашу наш мир сакурами, покоряясь во всем доброй судьбе. Записанный, но не зацелованный, словом и делом подтверждаю все. Так легко быть не эхом скованным, ты меня всю до макушки просек. Понял, принял и не стал красить, ведь иллюзии для слабачков так. Туман из праздника тебя застит. Не сдамся, я воин. Мы идем в такт.
мне. Дорогие друзья, я хочу сказать, и музыканты подтвердят, что то, что вы видели сейчас на сцене проекта «Стихи и рок-баллады», абсолютная импровизация. Эти музыканты встретились сегодня в этом прекрасном месте под названием «Travel Cafe». И спасибо «Travel Cafe» за то, что этот замечательный клуб дает возможность объединяться музыкантам, поэтам, чтецам. И сегодня, прямо перед вами, right now, эти три прекрасных музыканта подарили вам живой звук и настоящую человеческую эмоцию. Артем Конник, Сергей Задора, Валерий Петрович. Аплодисменты новому трио! Движение лучше слов, губы лучше ума, глаза, вернее, клятв, синтез светлых волос и бархатный взгляд. Ты будешь теплым воспоминанием, когда я отправлюсь в ад, изведав рай земной, перехлестнувшие схватки ума и природы, распечатай в постели свои сладкие грезы. Мы сегодня забросили все свои дела, мы оторвались от суеты. Для чего? Для того, чтобы подарить другим, друг другу, себе потрясающие эмоции, эмоции творчества, эмоции созидания, эмоции доброты, эмоции большой, чистой, светлой любви.
Кстати, цель проекта «Стихи и рок-баллады» — цель святая — продвижение культуры. Продвижение культуры в Москве, продвижение культуры в России. Завышена мощность, и сердце мотор на пределе, и страшно назад оглянуться нечаянно. Проверка на прочность, а может быть нет раздела, а может нет схемы, все просто случайно. Не ведая Бога, прошелся по чьим-то судьбам, коптил это небо, не видя в нем смысла. Так одиноко, пусть время меня рассудит. Учил жить других, сам не смог научиться. А может я здесь для чего-то другого, для чего-то другого. Другого.
Наши концерты, дорогие друзья, во многом посвящены 50-летию памяти знаменитого музыканта, гитариста, фронтмена группы «Нирвана» Курта Кобейна. Замечательная московская группа «Stereo Cats» на сцене проекта «Стихи и рок-баллады». Немного поэзии. Из книги стихов «Изумрудная мама» Татьяне Николаевне Костромитиной посвящается. Я помню Богородицу в снегах. Она спасалась от звериной стаи. А волки, свою жертву настигая, предчувствовали вкус крови на клыках. Она бежала босиком по льду и в плащанице мальчика держала. Ребенок плакал, чувствуя беду. Мать падала, ползла и вновь вставала. Ее ступни, разрезанные льдом,
багровой влагой оставляли пятна. Холодный ветер, вьюга, бурелом двоих бросали в челюсти обратно. Зверье торжествовало. Шаг один, и разорвем в куски непокоренных для нас. Прекрасный человечный мир есть пища, набивание утробы. Упала Богородица в снега, и перед тем, как смерть схватила горло, собой накрыла мальчика она, чтоб спасся он и спас потом народы. Но волчье в людях не испепелить. За правду, за любовь, за очищение, за все, к чему звал мальчик, чтобы жить, а не его живьем зарыли в землю. Мои ступни, разрезанные льдом, багровой влагой оставляют пятна. Я помню Богородицу в снегах. Я не хочу обратно. Спасибо. Тот, кто в войне,
примирить этих и тех. Примирить этих и тех.